что вы оказались в Орленке, правда, это время вы запомните надолго. Я знаю, что многие про это говорят, но это действительно так, вы сможете это оценить только через годы. Я хочу, чтобы вот мы с вами пообщались обо всем на свете. О творчестве, о кино, о театре, я не знаю, о любви, о счастье. Жизнь сподвигла стать актрисой. Для первого своего опыта актерства я не так много жила. Всего 4 года. То есть 4 года я впервые попала в кадр. Я помню первый свой порыв. Я посмотрела фильм «Красная шапочка» и подумала, как здорово, я хочу так же, как эта девочка в кино, вот как «Красная шапочка», бегать по лесу, петь песенку, это же какая чудесная работа. Это очень интересный человек, интересная личность. Она ведет свою актерскую карьеру с 4 лет. Это очень здорово. Я не могу представить, чтобы я с 4 лет работал на камеру, да еще в таких условиях, как она рассказывала. Она отвечает на вопросы, которые ты иногда себе задаешь, задаешься ими. И она как-то стимулирует тебя на саморазвитие. Я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Скажите, пожалуйста, был ли у вас опыт съемки в каких-либо необычных условиях? Вообще, кино – это очень непредсказуемое. Например, хорошо, окей, кто смотрел сериал «Папины дочки»? С ребятами, мне кажется, у нас вот через формат встречи вопрос-ответ, ответ-вопрос, это диалог, это такой интересный разговор ровесников. Вот. И я очень рада, когда складывается вот именно такая атмосфера, когда ребята не стесняются задавать вопросы, на которые я, конечно, не могу дать ответ, но на которые мы можем вместе порассуждать. Я не ожидала ее увидеть. Я не думала, что в Орленке я встречу звезду, особенно, ну, которая со мной с детства. Я любила в детстве сериал. Это невероятно. Очень интересно смотреть, как она ведет себя, ну, не на экране, а в жизни. Просто захватывающие ощущения.